Занимается стримом. Они точно не помогут вам с подключением наушников, точно мышку не побегут подключать вот туда. Это 100%, ребят, можно не подходить. Почему я говорю? Потому что это реально важно, потому что люди так делают. Но вы умные, и вы так не сделаете, я в этом уверен. В чем суть? Здесь сидит первая трансляция, вы можете найти ее на Твиче, называется USF Dota 1. Есть еще USF Dota 2 и Dota 3, точно так же, очень простые названия. Там будут три канала, опять же, три трансляции, и значит, соответственно, все игры, которые будут проходить, будут идти на трех полях. То есть...